есть это волейбол, напротив стоит отличный соперник, с которым мы все время бьемся, уже не знаю, в каком по счету в финале, и сегодня заслуженно они победили. Мы не справились там ни с Сапожковым, ни с тем, в чем мы сильны обычно, да, там система, там блок, защита, подача, мы не оказывали никакого давления там на соперника. Это, ну, основная причина, да, когда ты в любой ситуации бьешь по мячу и забиваешь его, то психология сегодня на стороне «Динамо» была, несмотря на огромное количество ошибок на подаче, они рисковали сегодня, где-то получалось, где-то не получалось. На самом деле хочу поздравить московское «Динамо», они играли, как по мне, ну, наверное, одну из лучших игр сезона. Абсолютно заслуженная победа. Единственное, как я уже сказал, ну, думал, что в 5 партий все-таки уйдем, а там уже, как говорится, поборемся еще. Вот. Они молодцы, мы тоже молодцы. Не могу сказать, что мы где-то что-то прям плохо играли. Ну, наверное, так сказать, не дали им сыграть хуже. Где-то могли чуть получше, почище сыграть. Ну, знаете, всегда есть к чему придраться, когда проигрываешь. Мое впечатление, что мы очень много как бы эмоций, очень много такой жизни, внимания отдали на полуфинальный матч с Белгородом. Мы сегодня это обсудили перед игрой, что очень важно забыть, что было в полуфинале, потому что этот матч уже давно позади. Забыть, что у нас есть какая-то победная серия, да, потому что «Динамо» такие голодные волки, которые хотят забрать, потому что мы им никак не даем почувствовать этот вкус победы, и что нам надо вдвойне быть агрессивными и настроенными, да, и легкого матча ожидать точно не приходится. Сегодня очень мало каких-то с нашей стороны, да, супергеройских мячей, и за этим еще решенных доигровок. То есть, ну, не, мало за что могли зацепиться, хотя вы видели, что там проиграли, за исключением третьей партии, все было рядышком, две концовки. Вот, но считаю по игре, вот по моему там ощущению, впечатлению, что «Динамо» больше сегодня заслужил победу, с чем их и поздравляю. По самой концентрации, по фокусу, вот, наверное, только за эту партию немножечко, ну, не то чтобы стыдно, но как-то обидно, что мы ее просто так отдали. Для нас будет пища для размышления, пища для работы. Не могу сказать, что это должно нас вернуть когда там с небес на землю. Мы довольно-таки, так сказать, уверенно не стоим. И просто личная мотивация будет для нас на будущее. Для работы, для совершенствования, для достижения новых целей. Наверное, где-то чуть не повезло. Потому что, опять же, там Дима две атаки совершил. Но они великолепные были. По всем канонам это были отличные атаки. Но не задел пальцем. По мне, так вот как раз-таки это небольшая, ну, удача. Вот и все. Есть повреждения. Сегодня решение, это мое решение, да, я полностью беру его на себя. Мы решили его поберечь, заодно проверить и Кирилла, да, и вариант там с Мишей в диагонали. Вот. Нельзя сказать, что там кто-то из них там провалился, да. Не эта позиция была проблемной сегодня, если честно. Спасибо в любом случае нашим болельщикам, которые приехали, нас поддерживали. Также в Москве, опять же, за нас очень много в очередной раз, да, болело людей. Извините, что сегодня так получилось, что мы расстроили их ожидания. Ну и сами, конечно, хотелось бы большего. Мы всегда максималисты, всегда преследуем там перед собой, ставим самые главные задачи – побеждать в каждом матче, в каждом розыгрыше. Вот, сегодня что-то получилось, но больше, конечно, не получилось. Ну и «Динамо» не позволило нам сделать и показать то, на что мы способны сегодня.